Новый штамм коронавируса в Англии не только на 70% заразнее, чем классический вариант ковида, но и представляет гораздо большую опасность для детей. Об этом заявляют британские инфекционисты. Так, в очагах ковида с новой мутацией медики фиксируют новый штамм коронавируса среди детей в возрасте до 15 лет чаще, чем раньше детей поражал обычный ковид. Как отмечает целый ряд британских ученых, мутация коронавируса отличается от прежнего штамма особенностями проникновения в клетки человеческого организма. И это может значить, что теперь дети, возможно, также восприимчивы к этому вирусу, как и взрослые. В то же время пока нет данных, что английский штамм коронавируса приводит к более тяжелому течению COVID-19.